Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Ольга Близина, здравствуйте. Договор между Абсолют Агро и Дороничами одобрен на собрании кредиторов холдинга банкрота. Согласовано расторжение договоров аренды имущества предприятия, заключенных с компаниями «Родник Бейсу», «Агрофирма Каренко» и «ИП Ходорев». Теперь арендатором станет агрофирма «Дороничи». Размер арендной платы – 1 000 000 рублей в месяц. Срок – до прекращения права собственности Абсолют Агро на передаваемый в аренду имущественный комплекс. Напомню, что в конце ноября стало известно, что долги Абсолют Агро выкупают Доронича. Программа «Экономика». Новое производство на Вятском фанерном комбинате запустят в начале нового года. По словам руководителя предприятия Юрия Шадрина, в результате вложения почти 6 миллиардов рублей вдвое вырастет выпуск шлифованной и ламинированной березовой фанеры. Сейчас выполнен монтаж основного оборудования, ведутся пусконаладочные работы. При выходе проекта на производственную мощность дополнительные налоговые отчисления составят 250 миллионов рублей. Будет создано дополнительно почти 500 рабочих мест. Экономика на 101 FM. Кадыров встретился с управленцами из моногородов. Они рассказали новому министру экономики Кировской области о поисках инвесторов для своих территорий. Так, Вятские Поляны делают ставку на развитие промпарка, оружейного производства и туризма. Белая Холуница тоже делает упор на туризм, а также инвестпроекты в сфере машиностроения и лесного комплекса. Есть планы у компаний из других регионов по производству металлоконструкций, по швейному производству. Кроме того, в сфере ЛПК планируется создание Белохолуницкого лесопитомника, продукция которого будет направляться на лесовосстановление, а также на озеленение населенных пунктов. В Лузе хотят развивать промплощадки по углубленной переработке древесины. В частности, здесь намерены развивать деревянные домостроения. Экономика. В завершение валютах на сегодня: доллар 58 рублей 32 копейки, курс евро 69.13. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.